Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов приняли участие в открытии крупнейшего в России завода по убою и переработке баранины группы компании «Домате». О грандиозных планах и шагах по их реализации в репортаже корреспондента Артура Мхце. 25 тысяч тонн продукции в год. И это далеко не предел. Группа компаний «Домате» запустила в столице Карачаево-Черкесии крупнейший в России завод по убою и переработке баранины. Прошедшая на предприятии «Кавказ Мясо» полная модернизация производства позволила увеличить проектную мощность до 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Новейшее оборудование, применение инновационных технологий, акцент на качество и безопасность огромного ассортимента товаров. Кроме того, руководство предприятия приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству сельхозпроизводителей, занимающихся разведением ягнят. Это позволит и самим фермерам строить долгосрочные планы развития собственного производства. Торжественный старт состоялся при участии руководителя Федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы республики Рашида Тимрезова. Северный Кавказ у нас традиционно является ключевым производителем баранины в нашей стране. Запуск нового завода, который в перспективе будет производить за смену более 40 тонн продукции, позволит Карачаево-Черкесии и всему федеральному округу далее укреплять позиции в данном направлении в производстве мяса. Буквально еще год назад мы здесь стояли, когда делали закладку, так называемую, в новое предприятие. А сегодня мы уже с вами являемся свидетелями открытия нового современного предприятия, которое, конечно, даст это дополнительные рабочие места нашей республики, налоги, ну и, конечно, развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Этот завод исторически давно был основан, но мы реконструировали практически 25 тысяч метров, квадратных метров площадей из 30. Рост мощности по ряду позиций будет в 8 раз, а в целом на заводе увеличение мощности будет на 300%. И вот исторический момент, символический запуск производства, а далее экскурсия по заводу, продукция которого, несомненно, будет пользоваться спросом, поскольку изначально ориентирована на покупательский интерес. Ассортимент товаров составляет 200 позиций и включает натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши, маринады и консервы. Вся продукция будет сертифицирована по стандартам халяль. Туша попадает на конвейер, идет первоначальная распиловка, потом дальнейшая распиловка на несколько частей. И, соответственно, каждая часть идет по своей линии. Планируется, что широкомасштабная реконструкция предприятия позволит уже в следующем году увеличить количество рабочих мест до 550. Артур Мухце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.